Тем временем на побережье Азовского моря в ДНР наплыв отдыхающих в отелях и частном секторе. Не осталось свободных мест. Люди, уставшие от регулярных обстрелов, едут в поселок Седово, который называют Донецкой ривьерой. На курорте побывал наш корреспондент Сергей Зенин. Дорога в Седово из Донецка совсем недавно была сплошь в воронках от мин. А теперь 2 часа езды по идеальному новому асфальту. Задержка на КПП. Проверяют всех. Безопасность. Люди относятся с пониманием. Главное, ребенка на отдых привезти. Хорошо. В принципе, не жалко стоять этого времени. Очередь на 2 часа, а может и немного дольше, но впереди несколько дней на море. Приезжают на 3-5 дней, остаются как минимум на неделю. Дети просят. Меня зовут Настя. Мне очень здесь нравится. Я здесь плаваю и научилась нырять. Я из Донецка. Тут не так много машин и свежий воздух. И красивое море. Донбасская ривьера. На 3500 местных жителей 80 тысяч отдыхающих. Весь частный сектор раскуплен давно. В пансионатах места тоже нет. Но люди едут каждый день на отдых. Седово – единственное место отдыха для всего Донбасса. В Новоазовске слишком мелкое море. В Широкино периодически стреляют. Донецк, Макеевка, Луганск, Горловка, Ясиноватая – на окраинах многих населенных пунктов Донбасса пока еще разрываются снаряды. Украинская сторона иногда нарушает перемирие. Люди не спят. Бывает, что ночи проводят в подвалах. И здесь, в Седово, у них появляется шанс забыть о войне. Здесь больше человек попросту отключается. Тема войны очень редко обсуждается. Мне нравится, когда ребенок садится, допустим, на аттракцион, катается, а потом влазит с него с улыбкой на лице. Так что, я думаю, он в этот момент точно о войне не думает. Пансионатов много. Самый лучший и самый старый – «Металлург». Просто, но с душой, ухоженно. На кухне командует Любовь Петровна. В профессии 49 лет. 20 из них в этом пансионате. Они меня провожают аплодисментами. Если я выхожу из зала, расстраиваюсь сразу. Аплодисменты. Жилые корпуса, 160 номеров, рассчитанные примерно на 350 человек. Но ни в один из них мы попасть не могли, потому что везде постояльцы. Все занято. 4, 3, 2, 1, прекрасно. Бассейны, спортивные площадки и очень много развлечений для детей. В этом году в Седово едут в основном семьями. Основной наплыв туристов ожидается в августе. В администрации города рассчитывают принять до 100 тысяч человек. Сергей Зенин, Дмитрий Зельвянский, Первый канал, Донбасс.